Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы смотрим Bloodbath и Катаклизм в одном уровне. Этот видеоролик мне прислал мой подписчик Иванчик Красавчик через донатик, за что ему огромное спасибо. Артер Катабас ремейк. Ну что ж, поехали. Как, блять, такое вообще можно было совместить? Ты ёб твою мать! Нахуя это было вообще делать? Боже, я думал, что это порнография уже какая-то тут. Без Мичигана и здесь не обошлось. Красивый декор, хороший ремейк, но зачем было так сложно делать его? Вот эти буквы, как человек должен знать то, что он не разобьется об эти буквы? Эпилепсикам тоже ведь нельзя смотреть. Это даже более, чем Bloodbath и Катаклизм. Тут еще своего что-то добавили. Нету слов для выражения, одни эмоции. Вот что вы думаете по этому поводу, напишите прямо сейчас. Еще мало, мало, надо еще продолжить, блять, этот уровень, ну. И на что его оценили, вы мне скажите? Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного ремейка. В принципе, ремейк получился прикольным, с хорошим декором. Правда, Сладкоежка чуть выгорел, но, как говорится, здесь выгорит каждый игрок и каждый зритель.
От души всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои топовые, позитивные и приятные для меня комментарии. С вами, как всегда, был Садкаешка, всем желаю добра, всем удачи и всем пока-пока!